Тихо все. Бода-барода. Букву Е и Ё. Привет, дети! Сегодня я покажу вам сразу две буквы. Е и Ё. Спасибо, Бода, мы запомнили. Сейчас узнаем, как вы запомнили. Я приготовил очень трудное задание. Составил слова с Е и Ё, а слова превратил в предмет. Вот вам карта. Найдите слова, в которых есть Е и Ё, и принесите мне. А я пока сериал посмотрю. Ура! Сейчас найдем. Так, это мел. О, вот буква Е. Берем. Ищем ущелье в пещерах. Ёжик. А вот буква Ё. Вот и ведро. Ведро. Здесь еще одна Е. Ну что такое? Что это? Крокозябра какая-то. А вот еще что-то странное. А это что за колючка? Бода. 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 Я целый день слова с этими буквами придумывал. А вы за 2 минуты их нашли? Я даже серию досмотреть не успел. Бода, скажи, что это такое? Мы не можем понять. Ага! Не можете догадаться? Что бы вы без меня делали? Это же качели! А это веник. А это мед. Доставайте оттуда Е и Ё. Бода, но тут написано не качели, а качули. Воник, а не веник. И мед вместо меда. Е и Ё нету. Кажется, это морфики стащили Е и Ё. Ага, морфики. Куда вам шарить? Стоять! Морфики. Это мое. Вот, дети, тележка. А зачем тележка? О, вот буква Е. Качели. Вот буква Ё. Мед. Веник. Молодцы, дети! Ну все, пока. Мне пора мультики смотреть. Не понял, откуда у морфиков тележка? Я же ее забрал. Мама мыла раму. Привет, Бода! Ой, а где он? Привет, Бода! А где ты был? Привет, дети! За хлебом ходил! Вот, записку оставил! Чего не ясно? Но здесь же ничего не написано! А, да! Со вчерашнего дня буквы изучать перестаем! Вместо этого будем рисовать! Ой! Видите? В записке указано, что я ушел за хлебом. Хлеба нет, меня нет, на бумаге тоже ничего нет. Без слов и букв непонятно. Да все понятно. Смотрите, хочу я, например, написать, какая хорошая погода.
беру и рисую. Хочу рассказать, что идет дождь. Рисую тучу с дождем. Где тут что непонятно? Мне нравится. Ну вот, просто и весело. Никаких тебе бе-бе-жи-жи-пи-жи. Тогда напиши, то есть нарисуй. Мама мыла раму. Смотрите. Вот так, и вот так, раз-раз, и вот так вот, бух. Все, кружочек, и вот тут вот бумс, и все, и... Мама мыла раму. Бода. Это не мама. Моя мама красивая. Да? Ну вот тебе. И волосы у мамы темные. Открасилась, что ли? Ну вот так тогда. А еще непонятно, что это за рама. Но это просто какой-то квадрат. Самая рамская рама. У рамы должна быть толщина. И еще ручки такие. Вот ты придира. Сейчас мама моет раму рукой. А должна быть тряпочка. Вот вам тряпочка. Если есть тряпочка, то должен быть и тазик с водой. Да что ж вы такие непонятливые? Когда моя мама моет окно, летят брызги. Ну вот, вот, вот так вот. Нужна табуретка, чтобы вверху помыть. А за окном должны быть деревья и домики. Занавески забыл. А еще нужны стены, чтобы окно не висело в воздухе. И еще обои, полосочку. А внизу подоконник, а под ним батарея. А на полу коврик, цветы на окне. Ну вот вам, мама мыла раму. Это не мама мыла раму, это Годзилла ломала дом какой-то. Вы просто рисунки читать не умеете. Не умеете читать? Пишите сверху. Мама мыла раму. Ну, теперь понятно? Теперь понятно. А все почему? Потому что я изобрел буквы. Видите? Видим. И только я один могу вас научить, как ими пользоваться. Только чур завтра. Все завтра. Пока, Бода. Пока. Генеральная уборка. Так, что такое? Куда делась? Где же? Да где же? Не понимаю. Привет, Бода! Привет, привет. Что потерял? Важное-приважное потерял. Только что не помню. Тут еще буквы под ногами путаются. А давай их соберем в слова. Буквы в слова! А я это как раз собирался сделать. Вот! Словодельный буквосос. Ух ты! А как он работает? Как-как? Стандартно. Вот. О, стул! Еще! Стол! Еще! Ковер! Ух ты! Здорово! Мой буквосос еще не то может! Я сейчас вам одним махом всю эту кучу в рассказ превращу! Вот вам! Буква! Ой, буквы перепутались! Я знаю! Это булка. А это ластик. Бо.
О, да, надо поосторожнее с буквами. Первоклассный буквосос! Больше, больше букв! Ой, что это? А? Адомба, вбуд, кар? Ой, чудище! Бода, сделай что-нибудь! Вот что я искал! Бода, зачем тебе старый тапок? Это не просто тапок, а супер-тапок! Теперь я Бода Супер-Борода! Раз, два, три! Бода буквам рад! Вы видели? Видели, как я его? Бода, ты супергерой! Только не надо больше чудищ! Ладно, ладно, но я ничего не обещаю. Буква В. Привет, Бода! Чем мы сегодня займемся? Привет, дети! Сегодня я научу вас выбирать морфикам подарки. Ух ты! Запоминайте, самые лучшие подарки получаются вот на эту закорючку. Бода, это буква В. Не отвлекайтесь. Вот, например, подарок. Веник. Клянусь бородой, это чесалка для ежей. Бода, веник нужен, чтобы подметать пол. Подметать пол? Ой. От веника в доме один беспорядок. Плохой подарок. Так, что тут у нас? Ванна она! Это ванна. Какой огромный таз! В нем можно выращивать вот таких ежей! Вода, ванна нужна для того, чтобы в ней купаться. Океан в доме — это безобразие. Все, дети, устал я. До свидания. Бода, постой. А как же подарок морфикам? Подарок морфикам? Выбирайте сами. Я же вас научил. Только смотрите, чтобы подарок был на букву В. Так, вилка на В. Но это скучный подарок. Палка начинается на другую букву. Подарим велосипед. Это отличный подарок на букву В. А это еще что за табуретка с колесами? Бода, это велосипед. Ладно, пусть будет веселопед. Морфики! Вот вам самый лучший подарок на букву В. Веселопед. Это дети выбирали? Научились.
Буква Т. Здравствуйте, дети! Сегодня я покажу вам букву Т. А где же буква? Ах, вы морфики! Ой, морфики взяли букву покататься. Спокойно, дети! Сейчас я их догоню! Бода, тебе нужно что-то, на чем можно ехать. Какой-нибудь транспорт. Вот я и говорю. Транспорт мне нужен, а все стоят без дела. Телегу мне. Смотри, Бода, телега начинается с буквы Т. Начинаться-то она начинается. Только не едет почему-то. Телега сама не поедет. Нужно запрячь лошадь. Лошадь-ка, лошадь. А вы говорите лошадь. С лошадью она бы еще быстрее от меня уехала. Не нужна мне телега. Нужен мне трамвай. Трамвай тоже начинается на букву Т. Бода, чтобы трамвай ехал, нужны рельсы. Это мы еще посмотрим. Эх ты. Шума много, толку мало. Не хочу трамвай, хочу теплоход. Теплоход тоже на букву Т. А этой железяке что нужно, чтобы она меня до морфиков довезла? Вода! Бода, нужно больше воды, река или море? Море. Нетю моря. Не хочу море, хочу морфиков догнать. Придется тебе ехать на тракторе, Бода. Он тоже на Т. Ладно, давайте ваш трактор. Попались. Итак, дети, сегодня я покажу вам букву... Букву Т. Точно. С нее начинаются разные виды транспорта. Трамвай, теплоход, трактор, телега. Правильно. И поэтому мы сейчас поедем кататься. На чем, Бода? На том, что начинается с буквы Т. Быстро ищем что-нибудь на букву Т, что ездить умеет. Автобус, велосипед. Троллейбус. Вот молодцы. Бода, только троллейбусу проводов не хватает. Ох, вечно у вас чего-то не хватает. И на чем же мне ехать? О, придумал! Возьму таз и поеду на нем. Он тоже на букву Т начинает. На тазе ездить невозможно. Нужно просто немного фантазии. Во! Видали? Как классно придумал! Никаких лошадей не нужно!